очень холодно, народ разбежался под шатры. Но я надеюсь, что стихи все-таки и песни, которые будут дальше, сумеют хоть немножко нас с вами согреть. И дай бог разогнать тучи и прекратить этот дождь. Я приглашаю финалистку чемпионата поэзии, первого московского чемпионата поэзии имени Владимира Маяковского, разделившую с выступавшей ранее Юлией Экономовой второе место, Александра Шалашова. Дим, сбросишь тогда? Да? У Александра? Да, если что, ну, хорошо, постараюсь. Спасибо. Привет всем мерзнущим и замерзающим под этим прекрасным небом. Первое стихотворение о папе, который сейчас не здесь, а совсем на севере. Это про него. Папа, привет. Приехала. Пахнет подушкой гарь. Смотрят соседки в зеркало, красятся в киноварь. Охрой и мелками рядятся в ровный тон. Папочка, если хватит слов описать перрон, помнишь ведь, было трудно спать и дышать от верб. Здесь свистопляс окурков, полная круговерть. Каждый в честном народе мне и верблюд, и вол. Папочка, здесь не ходят в ситцевых платьях в пол. Папа, такое бы лето, да по святым местам. Но затянули ленты, тоненький нотный стан. Туфли дадут отвагу вытянуть, помнить, петь. Горе свое проплакать, ныть о своей беде. Стоит на рынке 200 грязный сухой изюм. Папа, в короткой песне не отыскать стезю. Выйдет насквозь фальшиво, всякий поймет на слух. Папа, на кой решила ехать в твою Москву? Папа, мое причастие поезда бурый дым. Бесит челнок причаливый, полный речной воды. Куплено все и схвачено, занято. И отныне, папа, мне быть рыбачкой в горьком твоем безрыбье. Если насквозь умаюсь я, сдамся, уйду без боя и провалю экзамены. Платьице голубое грязным потертым кружевом, низко метет асфальт. Нет, ни судьбы, ни мужа мне, папа, о чем писать?